анонс и точная дата выхода 4 серии 13 сезона сериала «Реальные пацаны». 4 серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 14 мая. Напомним, в новом сезоне сериала мы увидим, как главный герой Колян Наумов станет звездой смешанных боевых искусств ММА. Все дело в том, что его тесть Сергей Оборин пропал без вести, отдыхая на своей яхте. После 40 дней молчания нотариус озвучил семье завещание. Там написано, что Колян может претендовать на наследство, но есть одно условие. Наумов должен получить чемпионский титул в ММА. В этом непростом деле ему будет помогать не только вся семья, но и тренер, а также, конечно, друзья. Куда же без них? Сможет ли Наумов преодолеть все преграды и заполучить не только титул, но и наследство тестя? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, 4 серия 13 сезона сериала «Реальные пацаны» выйдет на телеканале ТНТ 14 мая. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!